Так, мы почти на месте. Где? В мясном магазине? Ты неисправим. Да, иногда мы думаем о завтраке. Или об обеде. Да, обед. Ну и что у вас на этот раз? Мой старый знакомый мистер Динсдейл начал работу в библиотеке университета Кембриджа. Но, похоже, в библиотеке полно привидений. Привидений? Библиотека с привидениями? Как интересно!